Всем привет, меня зовут Дима, и это канал Dance Fit. Сегодня мы с вами разбираем движение на песню Sia Criminal. Ну а послушать песню и посмотреть сам танец можете по ссылке в описании. Поехали! Итак, первое движение начинаем мы очень просто. Делаем степ-тач. Сначала раз, два, три, четыре. Разворачиваемся каждый раз плечом. Правым вперед, плечом, левым вперед. Правым, левым, правым, левым. Шаг, приставка, шаг, приставка, шаг, приставка, шаг, приставка. Прямая нога согнутая. Когда встаем, согибаем ноги. Сели, 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 сели. И вниз, и вниз, и вниз, и вниз. Руки круг, круг на каждый счет. Так делаем. Четыре восьмерки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Очень долго, в общем, делаем. И в конце. Раз, два, вперед, руки. Это приготовились. Следующее движение. Двигаемся дальше. Следующее движение. Припев. Все очень просто. Руки были перед собой. Начинает работать грудная клетка. Раз, два, три, четыре. Грудная клетка вперед и в себя. И раз, два, три, четыре. На первый счет грудная клетка уже идет в себя. Поэтому вначале надо на и вытянуть ее вперед, прогнуться. И в себя. И в себя, и в себя. Четыре счета. Раз, два, три, четыре. Руки по барабану бьют. Пум, 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 пум. Раз, два, три, четыре. Правая вниз, левая вниз, правая, левая. И грудная клетка с руками, смотрите, работает. Наверх, вниз вместе с рукой. Наверх, вниз вместе с рукой. Мы сидим, согнутые колени, широко ноги. Раз, два, три, четыре. Дальше. Колено поднимаем наверх. Пять. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По два счета. Пять, шесть, семь, восемь. Колено выворотно. Не ровно в сторону и не вперед. В диагональ. Пум. Пум. Дальше ставим правую ногу перед собой. На носок. Левая согнута. И подаем пятку вперед. Вперед. Четыре раза. И работает рука. Локоть. Два. Три. А. Раз. Два. Три, четыре. Получается локоть назад, прямая рука назад и круг, круг. Еще раз. Локоть назад, рука назад, круг, круг. Каждый раз противоход. Таз подаем вперед, а руку назад. Рука назад, таз вперед. Рука назад, таз вперед. Рука назад, таз вперед. Рука назад, таз вперед. Получается четыре счета. Раз, два, три, четыре. Левая нога работает, смотрите, просто. Наверх, наверх, три, четыре. А правая пятку подает вперед. Вперед, три, четыре. Вместе получается раз, два, три, четыре. Корпус остается прямо. Чуть вперед, да? Не вот так. Корпус вперед. Раз, два, три, четыре. И получается такая связка. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вот так. Еще раз. Крими, крими, криминал. Та-та-та, та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Это с правой ноги. И все будет с левой. С левой то же самое. Мы закончили. Ставим правую ногу и шагаем с левой. Крими, крими, криминал. Левую подняли, правую подняли. Дальше ставим левую перед собой. И делаем то же самое движение, только теперь правая нога. Согнутая. Выпрямляется. А левая подает пятку вперед. Два, три, четыре. И, соответственно, здесь рука, локоть. Левая рука назад. Круг, круг. Круг начинается наверх, да? Локоть вниз, рука наверх, наверх. И вместе все получается. Локоть вниз, наверх, наверх. Это с левой ноги. Давайте еще раз. Левой ногой. Крими, крими, крими. На колено. Колено и локоть. Рука, рука, рука. И соединяем с двух ног наш припев. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Левый. Левый. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей, это был припев «Крими-крими, криминал». Двигаемся дальше. Следующая часть, номер 3, идет после припева. Первый раз. Дальше она идет после проигрыша. Но сначала после припева. Нога в сторону.
в сторону и вперед. Раз и два. Мы делаем переступание. Правый, левый, правый накрест. Ставим ногу. Раз и два. Меняем левое. Раз и два. Мы остаемся на месте, потому что опорная нога подшагивает. Смотрите. В сторону и накрест. Дальше левая нога шагает в сторону. Правая возвращается на место назад. И накрест. Поэтому мы все время остаемся на месте. Смотрите, можно делать так. Вперед и вперед и вперед. А мы остаемся на месте. Мы делаем в сторону и вперед. В сторону и вперед. В сторону и вперед. На и нога шагает назад. Опорная. В сторону и вперед. В сторону и вперед. В сторону и вперед. И разворачиваемся. Три раза сделали. Правый, левый, правый. Ноги остались накрест. И ноги стоят на месте. Мы просто делаем два приседания. Раз. Спиной. Два лицо. Получается. Накрест. Сели, сели. Правая рука вытягивается. Пум, пум. Около головы, в стороне. Получаем. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Сели, сели. И все, с левой ноги лево освобождаем. В сторону и накрест. В сторону и накрест. В сторону и накрест. И снова, да, ноги остаются на месте. Мы садимся теперь в ту сторону. Сели, сели. Получаем еще раз. Давайте сначала. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Сели, сели. Левой. Раз и два. Три и четыре. Пять и шесть. Сели, сели. Это было третье движение. Двигаемся дальше. Четвертое движение. Что у нас там было? Ага, просто перед собой. Правая. Встать. Левая. Встать. Также переступание. Мы делаем только что в сторону, также вперед. Шаг, шаг, два. Правый, левый, правый. Левый, правый, левый. Чуть сгибаем колени, чтобы уходить вниз. Вниз и встать. Вниз и встать. Все на полусогнутых. Раз и два. Три и четыре. Делаем степ-тач, как в начале. Один, один и два подряд. Два подряд. Каждый шаг один круг рукой. Один круг. Получаем. Правый. Левый, правый, левый, правый, правый. И все с другой ноги. Левый, правый, левый, правый, левый, левый. Еще раз. Раз и два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не забываем, да, разворачиваться плечом. Боком, 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 боком. Лицом, лицом, боком, 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 боком. Окей, следующее движение. И последнее движение в куплете. Прути, 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 что-то там. Ноги ставим перед собой опять, но теперь по-другому. Было переступание, теперь мы ставим ногу. Правый, левый. Меняем ногу. Правый, левый. Акцент в пол. И руки вправо и влево. Круг, круг. Прыти, прыти, прыти и шаг, шаг. Проскользить по диагонали, вперед. За правой ногой, за левой ногой. Еще раз. Получаем. Право, круг руками. Лево, круг руками. Нет, второй раз нет круга. Правый и левый и за рукой. Взяли дверную ручку и потянули на себя. Получается. Правой ногой. Левой ногой. А руки наоборот, противоположно. Левая и правая. Потянули, потянули. Здесь впереди то же самое. Правый, левый и возвращаемся. Потянули обратно, да? Туда, туда, сделали и обратно. Туда, туда. Получаем. Та-ра-та-ра-та-ра-та. Та-ра-та. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Да, скользим красиво в длину, не на месте. Это движение. Мы шагаем правой ногой, левая согнутая подтягивается. Пум. Подтянуть. Правая на согнутую встает. Пум. Пум. Движение называется слайд. Да, мы скользим. Раз, два. Фу. Это было четвертое, пятое. Какое-то движение с прибегом последнее. Из куплета. Двигаемся дальше. И последнее движение – это проигрыш. Он идет без слов. Он у нас появляется после второго припева.
У нас идет первый припев, куплет, второй припев и проигрыш идет после него. Проигрыш. Мы начинаем. И руки наверху. Раз. Опускаем руки, нога в стороне. И два. И три. И четыре. Руки надо поднять очень быстро на начало фразы. И раз, и два, и три, и четыре. Прям такой. Ноги делают раз, два, три, четыре. Отставляем ногу. Раз, и два, и три, и четыре. Дальше. Сгибаем правую руку, правое колено. Ставим ногу в пол, в пол, в пол, в пол. Правый, 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 правый. Нога так. Правая, доворачиваемся, доворачиваемся в 100 грамм. Пум, 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 пум. Опорная на носочке поворачивается вокруг себя. Правая нас поворачивает вокруг себя. И каждый удар рука в сторону. Пум, 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 пум. Раз, два, три, четыре. Получается. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Вот это на и, да, сделать. И раз, и два, и три, и четыре, и колено приготовили, и руку, и плечо тоже отвели назад. Пять, шесть, семь, восемь. И отсюда с другой ноги. Также и раз, и два, и три, и четыре. Дальше собираемся на и. Левая рука, левая нога. С левой посложнее. Все то же самое. И от себя, от себя. Да, еще разок. Правая теперь на полупальце, левый. Втыкаемся в пол, разворачиваем себя. И левая рука вместе с ногой. Пум, 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 пум. Да, вторая рука у нас тоже работает, смотрите. И раз, два, три, четыре. На сильную долю. Раз, два, три, четыре. С левой ноги. Раз, два, три, четыре. И с правой, соответственно, то же самое было, да? Раз, сгибается левая. Два, три, четыре. Это было движение последнее, проигрыш, оно будет самое последнее в песне. Окей. Отлично, ну а теперь кликайте сюда и пробуйте танцевать под музыку вместе со мной. Также не забудьте подписаться на канал, новые танцы выходят здесь каждую среду. Танцуйте вместе с нами. Пока!